Ребята, всем привет! Вы на канале Рисунки по клеточкам или Пиксель Видео. Сегодня мы нарисуем объемную фигуру. Это черчение 8 класс. Нам понадобится голубой, черный и красный фломастер, а также линейка. Ребята, кто еще не подписался, подписываемся, а мы начинаем. Вот отсюда. 4 клеточки по диагонали. 6 клеточек вниз. Две клеточки по диагонали. Тут тоже две клеточки по диагонали. Соединяем. Две клеточки вниз. Еще две клеточки вниз. Четыре клеточки по диагонали. Тут две клеточки по диагонали. Две наверх. Две по диагонали, четыре клеточки по диагонали, вот тут соединяем, две, соединяем, и вот тут 10 клеточек вниз, или 5 сантиметров. Тут 6 клеточек вниз. Соединяем. 4 клеточки по диагонали. Внизу вот тут 6 клеточек по диагонали. Две клеточки наверх. 8 клеточек по диагонали. Четыре клеточки по диагонали. Две клеточки. 6 клеточек вниз. Тут 6 клеточек вниз. Соединяем. Две клеточки тут по диагонали. Внизу две клеточки по диагонали. Тоже соединяем. Тут две. Тут четыре. Две. 6 клеточек вниз. 2 клеточки. Тут 2. Соединяем. 6 клеточек. Вот тут соединяем. 4 клеточки. И вот тут соединяем. Тут получается 14 клеточек. Ребята, так у вас должно получиться. А теперь разукрашиваем. Ребята, такой объемный рисунок у нас получился. Если вам понравилось видео, подписываемся на канал, переходим по этому хэштегу, там смотрим видео, делимся видео с друзьями, обязательно нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Нажимаем вот на эту ссылочку, тут все 3D мои рисунки. Все, пока. Пока-пока.